В столице Башкортостана певческие хоры со всей республики собрались на рождественскую овацию. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в Уфе состоялся 5-й фестиваль самодеятельных хоров и коллективов вокальных ансамблей. На мероприятии собираются все, кто хочет выразить радость о торжестве Рождества Христова через исполнение колядок, кантов, песен, богослужебных песнопений. 5 лет назад в фестивале участвовали всего 4 коллектива, и проходил он в маленькой деревянной Кирилло-Мефодиевской церкви. В этом году только количество участников составило 200 человек. 11 коллективов приехали в Уфу из Ишимбая, Мелиуза, Кумертау, Стерлитамака и Салавата. Зал едва вместил всех желающих. Конкурсная программа была очень насыщенной и интересной. Рождественская овация стала настоящим подарком для слушателей. Ну а дипломы участников и радость получили все, кто собрался в этот день в зале.